Ну вот есть такое. Вот это нравится самому. Так, ну, конечно, много чего переделал бы сразу. Здесь, конечно, тоже сначала кирпичи рисовал. А потом оказалось, что на воду времени нет. Тоже быстро все закончилось с водой. А я, кстати, был в Турции, есть место Памуккале называется. И там есть бассейны Клеопатры. Вот что это такое там. Там плаваешь в минеральной воде. Так вот, сыта она необычно. И можешь так ногой стать на римскую колонну, на капитель какой-нибудь, который 2000 лет. Вот, наверное, что-то навеяло здесь. По крайней мере, цвет этих. Вот здесь, кстати, что-то рисовал, рисовал. А потом Дмитрий говорит, а вы можете небушка можете сделать ночным. И я вот это затыкал тычком, да, то есть, ну вот, и все изменилось. Всем понравилось, мне тоже нравится. С голубым небом было бы ничего, но такое, был бы такой пейзаж ученика, скажем так. А так, с таким небом уже что-то, с претензией, да. Вот у Дмитрия есть такое качество, когда ты не слишком вот, ну, то есть ты доверяешь, да, то есть ты когда что-то говоришь и даже не досказываешь, то есть ты подразумеваешь, что человек, который тебя слушает, он понимает, что нужно дальше делать, то есть тебя как бы доверяют. У меня, например, нет такого таланта. Я хочу убедиться, что меня поняли, да, потому что плохо понимают люди. Ну, в бизнесе, ну, расскажется, вроде все объяснил 100 раз, да? А здесь уже, наверное, вопрос ответственности, да? Просто, да? То есть нужно, когда есть много деталей, когда есть... ведь очень много есть правил. Если бы мы сейчас, вот Дмитрий начал нам все то, что мы делали, рассказывать сначала, ну, наверное, на это бы несколько лет ушло, да? То есть его знания, которыми он обладает, даже которые он не произносит, они как бы тебе передаются каким-то чудесным способом. Это на самом деле правда, и вот в институтах, когда говорят, вот есть заочное обучение, есть очное обучение, да, то есть, ну что там заочное обучение, очное обучение, какая разница, есть учебники, есть там интернет, вот я сейчас выучу, пойду, есть общение с лектором, да, когда слушаешь его лекции, он вроде бы читает тебя по теме, да, но происходит нечто другое, он это давно знает, понимает, то есть он давно это преломил через свой опыт многократно, да, то есть 1000 раз. Поэтому ты получаешь не просто материал, который он тебе читает, а нечто еще больше, то есть какой-то бонус, да, ну, не какой-то, а большой бонус. Поэтому вот я желаю себе, чтобы у меня была возможность этим заниматься постоянно. Я вообще никогда не рисовал. Но в школе, да, там, скажем, я не то, что скептически там относился, да, вот перед первой ступенью, да, но, ну вот, ну, я уже, наверное, говорю, ну как это, вот я приду, да, то есть это мне ничего не будут рассказывать, я начну рисовать. Я очень жду масла, потому что мне кажется, ну ладно, вот теперь уже с гуашью все понятно, это там ничего сложного типа не было. Думаю, ну масло же, там же вообще все по-другому. Мне не верит никто, я там показываю с первой ступени, что там я рисовал. Ну, ты что, не рисовал никогда? Я не рисовал никогда. Ну, цветочек я мог нарисовать, конечно. Понимаете? Очень рад, конечно, я, что у меня где-то засохли краски масляные. При каком-то переезде они потеряны. Мольберт и все остальное. Думаю, надо мне. Но плащик из беретом велюра у меня есть. Накидочка художественная. Так что, может быть, в следующем... Ну, жалко, здесь запачкаешь, конечно. Ну, приду как-нибудь, наряжусь просто специально.